Лозунг «Учись учиться» старый, добрый, незабываемый, но всегда актуальный, как ничто позволяет ответить на вопрос, какова главная цель моего участия в конкурсе. Конкурс – это возможность общения с профессионалами своего дела, с творческими людьми. Классно, когда тебя окружают педагоги физики, математики, химики, но еще круче, если у тебя есть возможность пообщаться с теми, у кого те же проблемы и вопросы, на которые вы вместе ищете ответ, с теми, кого волнуют проблемы современного образования, с теми, с кем вы мыслите как бы на одной волне, понимаете друг друга с полуслова. И это здорово. Конечно же, будут волнения, переживания, но участие в данном конкурсе позволит мне достичь новых профессиональных горизонтов и даст импульс к реализации новых проектов, новых идей. Любой конкурс – это, конечно же, испытание. Испытание себя, своих сил, своей фантазии, своей смелости. И, конечно, это самооценка. Почему самооценка? Потому что участие – это уже победа. Пусть победа не в конкурсе, это победа над самим собой, над теми, кто говорит, зачем тебе это нужно. Это возможность сделать шаг навстречу к своим ученикам. Я считаю, что самое мое большое профессиональное достижение – это иметь возможность и уже уметь менять мир и людей к лучшему. Я имею полное законное право наблюдать за развитием моих детей, вносить коррективы, формировать их мировоззрение в самом лучшем смысле. Да, это будет отнимать и отнимает у меня много времени, сил, энергии, но это того стоит. Если мой сегодняшний ученик сумел победить себя вчерашнего, то это замечательное, настоящее достижение.